Самое сокровенное творится тут, за кулисами. На выступление себя настраивает каждый по-своему, но кроме личных есть и общие традиции. Например, вот такая. Ну что, мои дорогие, сейчас скоро начнется концерт. Как всегда, вы самые лучшие, вы самые красивые, вы самые талантливые. Отбиваем мозги и уходим домой. Зал встречает любимцев, и вот уже первая композиция завораживает плавностью движения танцовщиц и яркими крыльями юбок, которые взлетают в такт музыки. Действие начинает буквально завораживать зрителей. Ансамбль «Чергинари» знают и любят далеко за пределами Тамбова и области. Они сколесили с концертами не только всю Россию, но и были за границей в Польше, Болгарии и США. Когда однажды они выступали с концертом в одном из американских городов и запели «Очи черные», внезапно им стал подпевать весь зал. Коллектив появился в стенах Дома культуры «Мир» 1,5 десятилетия назад и за годы приобрел огромное количество друзей по всей стране. Доказательство тому – многочисленные видеооткрытки и поздравления от коллег по цеху. В пандемию пока это единственный шанс увидеть друзей из других городов. Сцена – это мой второй дом. Песни, музыка – это мое дыхание, мое сердцебиение. Потому что не только я занималась, также у меня и родители – были артистами, и дедушка был руководителем коллектива. Все это из поколения в поколение. В репертуаре самые разнообразные композиции. Грустные и веселые, лирические и плясовые. Такой силы и энергии, что ноги так и зовут в танец. Одним словом, завораживающая сила цыганской души. Они у нас участвуют несколько лет подряд и в кулачках, и во всех мероприятиях, куда мы выезжаем, вот даже с обыкновенными концертами, когда выезжали в период нормальный, они всегда с нами приезжали, они бескорыстные, они просты в общении, а на сцене они, ну, вы понимаете, когда человек смотрит, и у него по телу идут мурашки. Наверное, потому коллектив обожают зрители, которые приходят на цыганские концерты год за годом. Мы уже ходим, наверное, лет 7. Что больше всего нравится, Аня? Все нравится. Представляете? Все нравится. А вам? Ну, мы вместе, так и. Ансамбль бесподобный. На данном направлении нет, не были. То есть пока цыган Тамбовской области не открыли? Пока цыган Тамбовской области для себя не открыли. И что ждете вообще сегодня? Жду открытия. С 2014 года в Тамбове проводит праздник цыганской культуры «Романы Рота». Он проходит в апреле и со всей страны собирает ее ярких носителей. И если не вмешается пандемия, весной будущего года чергинари снова будут принимать у себя гостей со всей России. Чтобы в который раз зритель в зале замер и почувствовал дуновение степного ветра, тепло костра, ржание коней и ощутил раздольную удаль цыганской души. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.